На последнем снимке в соцсети Instagram певица примерила корону. Ее мужу Валерию Меладзе преображение очень даже пришлось по душе. Певица Альбина Джанабаева сейчас отдыхает вместе с супругом Валерием Меладзе в Монако. Ранее она уже порадовала поклонников совместными фото с мужем. На них певица предстала в повседневной одежде и без макияжа, чем вызвала массу комплиментов фанатов. Спустя несколько часов в ее блоге появился еще один снимок, и на этот раз королевский. Альбина Джанабаева примерила корону и рассказала о планах на вечер, используя знаменитую фразу из фильма «Обыкновенное чудо». «Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки, я буду все это бить», – прокомментировала свои фото певица. Одним из первых на эту публикацию отреагировал супруг исполнительницы, Валерий Меладзе. «Какие тарелки предпочитаете, ваше высочество, суповые или десертные?» – поинтересовался Меладзе. Ни один из вариантов Джанабаевой не понравился, и она попросила принести пирожковые тарелки. Добавим, что среди комментариев нашлось и немало едких. «Корона не жмет, мозг не стянуло», – написала одна из пользователей. Альбину Джанабаеву такие реплики никак не задели. Певица отметила, что в короне чувствует себя прекрасно.